На перекрестке у Дворца спорта «Звездный» в Липецке сегодня произошла страшная авария. КамАЗу МЧС, спешившему на вызов, не уступила дорогу легковушка. ДТП зафиксировали городские камеры Липтуба. Пожарный автомобиль двигался со включенным проблесковым маячком и спецсигналом по улице Терешковой. Навстречу ему с улицы Космонавтов вылетел Рено Сандеро. Удар пришелся в лобовую часть легковушки. Стояли, ждали, когда загорится зеленый сигнал светофора. Потом мы услышали спецсигнал. Я мужу сказала, говорю, подожди, ну, спецсигнал. Слышу, говорю, сейчас где-то пожарный едет или скоро, не знаю. Вот, они начинают проезжать. Перед нами стояла машина. Мы не увидели сам момент столкновения. Мы только увидели, как проехала пожарная машина. И с этого момента они уже потащили машину в ту сторону. Прям протащили, да? Ну, то есть столкновение было непосредственно на перекрестке, а вытащили они ее сюда. Но он видно было, что он тормозил. Но как бы толк такую махину остановить. Машины остановились в паре метров от пешеходного перехода, где находились люди. Никто из свидетелей аварии не пострадал. Водитель КамАЗа получил травмы и был доставлен в больницу. А 58-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб. За помощью никто не обращался. Мужчина был в машине один. Его оттуда вырезали МЧСники. На момент осмотра агония и смерть.